Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Наташу Королеву уличили в очередной лжи. После сенсационного признания о внебрачной дочери слова и поступки Наташи Королевой теперь рассматриваются едва ли не под лупой. Как выяснилось, некоторые интернет-пользователи не видят внешнего сходства между наследником артистки и ее законным супругом. Наташа Королева и Сергей Глушко счастливы в браке уже почти два десятилетия. Вот только не так давно поклонники узнали, что в звездном семействе дела обстоят совсем не так гладко, как это преподносилось самими артистами. После шокирующего разоблачения Тарзана, крутившего роман с молоденькой актриской за спиной у благоверной, последовал новый, еще более пикантный скандал. Не так давно исполнительница хита «Маленькая страна» стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в эфире которой объявила о существовании внебрачной дочери. Отцом двухлетней малышки, проживающей с ее другом геем в США, оказался отнюдь не супруг певицы. Признание артистки оставило неоднозначное впечатление у зрителей канала НТВ, усмотревших в реакции Тарзана некую театральность. Как семья Королевой могла годами не догадываться о крохе, история умалчивает. Естественно, супругов стали подозревать в очередной лжи и желании без лишнего труда заработать очередной миллион на отпуск. И вот певицу снова заподозрили в обмане. На этот раз подписчики усомнились в том, что 19-летний сын Наташи Королевой действительно рожден от ее законного мужа. Поводом для таких смелых обвинений в адрес звезды стала фотография, которую улыбчивая красотка разместила в личном микроблоге. На снимке она запечатлена рядом с сыном, который решил одеться под стать маме, сделав акцент на красном цвете. А он точно от Тарзана. Больше на японца или китайца похож? Цирк уехал, клоуны остались, колхозники. Так он японский язык, наверное, не зря учил, поделились своим мнением комментаторы. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.